Друзья, хочу вам показать вот такой вот результат народного творчества, вернее даже народного промысла. Такая вот табуретка, сделанная из сосны. Вот она основательная, очень крепкая, долговечная, покрыта такой вот яркой росписью. Предположительно, это петряковка, хотя никаких обозначений нет. Но вот по колористике понятно, что вроде бы как это петряковка. Сделана она в Украине. Я вам сейчас скажу ее параметры. 30 сантиметров в высоту. И вот сиденье 28 на 28, как и есть. Вот такая вот квадратная, в общем-то. Я покажу вам со всех сторон. Фотография это на дно, вот со всех сторон выглядит она таким образом. Лакированная вот снаружи, наверное, 2-3 слоя. Ну и один слой изнутри. В общем-то, очень крепкая, такая вот достойная табуретка для детской комнаты, для маленького ребенка, может быть. Вот такая вот народная вещь. Спасибо.